Следующее задание тоже простое. Следуй за мной через этот мир, и все. Если до чего-нибудь дотронешься, ты умрешь. Так. И чё? Удерживать левую, чтобы пикировать. Ну что, давайте. Твою мать. Так, первый блин комом, как говорится. Давайте попробуем еще раз. Так, давайте я еще раз попробую, если не получится, потому что мне кажется, что тут фейл просто какой-то. Так. Просто камнем упал. Ладно, я попробую пройти это чуть-чуть дальше, потому что я обычно просто так не пикирую. И вырежу этот кусочек, продолжим через пару минут. Так, друзья, мы летим. Замечательно. Знать бы еще, куда мы летим. Так, вон я вижу какая-то скала, значит, нам, видимо, к ней надо. Твою мать. Так, видимо, сюда не надо было. Ну что ж, давайте... Я, наверное, не буду занимать ваше время. Все-таки перепройду уже сам и до следующего общения уже с Гулем. Так, смотрите, мы пролетели, значит, надо было все-таки пикировать. Испытания покажут, хватит ли у тебя сил вести мое войско. Сможешь ли ты спасти мир от зла, которое его разрушает? Так, снова надо пикировать, только теперь знать бы куда. Делаем так, потом резко поднимаемся. И Бэтмен снова может нормально лететь, замечательно. Старайтесь как можно чаще пикировать, это реально помогает. Так, надо разобраться с братюнями. Видите, нам дают возможные испытания, чтобы как-нибудь завоевать доверие Гула. Нана. Какие-то каменно-говяные люди. Ты ли тот, кого я искал? Ты ли станешь моим наследником? Так, что, летим дальше? Братюня. Что делать? Так, летим. Нажимаете Ctrl, пару секунд держите, потом отпускаете. Я, то есть, разобрался уже. Снова пару секунд держите, потом снова отпускаете. Так, мы летим в эту черную, красную дыру. Я не знаю, правильно ли я делаю. Сохранение, да. Так, Бэтмен пока что не под моим управлением. Кровь демона помогла мне прожить 600 лет. Представь, сколько добра ты совершишь. Gift. Так. Да, место, конечно, муторное. Да, не дай бог, конечно, оказаться. Ну что, полетели, братюни. Нажимайте левый Ctrl. Видите, нам показана даже траектория, по которой надо лететь. И как только появляется возможность зацепиться... Я вижу, твое тело слабеет. То малое количество, что я тебе дал выпить, позволит тебе прожить всего несколько часов. Пора тебе принять решение, Бэтмен. Так, мы продолжаем двигаться. Давайте полетаем. Ольно, нормально это сделано, очень даже неплохо. Пикируйте как можно чаще. Это позволит нормально удержаться в полете. Так. Твою мать. Так, человек-говно снова появился. Надо как-нибудь с ним расправиться. Хотя, похоже, более на песочных или глиняных человечков. Надо не дать им, чтобы они нас, видимо, отсюда скинули. Потому что здесь можно без проблем упасть. Мы же этого не хотим, правда? Так.
Иди сюда, братюня. Не хочу стоять у края, потому что реально напрягает. Пора встретиться со мной лично. Пройди последние испытания, и кровь демона подарит тебе вечную жизнь. Так, значит, надо пройти последнее испытание. Давайте полетели. Полетели, как говорил малыш Карлсон. Или Карлсон малышу. Так, снова в чистое сияние белого разума мы летим. Посмотрим, что на этот раз. Неплохо, детектив. А теперь попробуй найди меня, получи свою награду. Так, значит, надо найти Рас Эл Гула. Давайте будем искать. Видимо, какие-то лабиринты будут. На-на, смотри, я умею как Джеки Чан. Ты хоть бы посмотрела, сестрюнь. А как Чак Норрис, смотри, как в фильме. Сестрюня? Да, что-то сестрюньки особо не реагируют. Ты главное себе это между глаз не заряди, потому что может быть больно. Я бы не отказался, если бы вы еще на коленку стали. Было бы очень классно. Это было несложно, слава богу. Мы справились. Поговорить с Талией Аль-Гул. Ты справился? Тебя это удивляет? Конечно же нет, я всегда в тебя верила. Где Рас? Мне нужно поговорить с ним, время на исходе. Последнее испытание за этой дверью. Да смилостивятся духи над тобой. Ну что, друзья, последнее испытание, давайте смотреть, что оно таит в себе. Конечно же, драка с самим Рас Эл Гулом. Как-никак. Рас Гул. Отец. Добро пожаловать, детектив. Пришло время сделать выбор. Убей меня, стань главой демона вместо меня. Это твоя судьба. Я никогда никого не убью, даже тебя. Что? Ты солгал мне? Мне нужен был образец крови твоего отца. Это был единственный способ. Позволь помочь тебе. Используй мой меч, возьми ее всю. Нет. Это окончательный ответ. Так, он какую-то кислоту, что ли, упал, что-то непонятно. Нам же надо раздобыть образец его крови, чтобы можно было сделать антидот, иначе наш Бэтмен умрет. Вместе с ним еще и Джокер, и остальные пол Готэм Сити. Твою мать. Похож на старого Росомаху. Теперь только один из нас может покинуть этот покой живым. Это мы еще посмотрим. Ну что, друзья, сейчас будет эпичная битва. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Че за херня? Песок, что ли? Это как песочные часы, то есть надо будет на время, наверное. Так. Напомнила мне Рейдж и Буллет Шторм в одном лице. Так, друзья, что-то тут какая-то жизнь полная. Нужно было убить меня, когда была возможность, Бэтмен. Так, очень много вражков, смотрите, надо быть предельно аккуратным. Так, где этот ублюдок, давай? На-на. Как же тебя убить, падла? Дело в том, что никакой шкалы жизни как бы у него нет, я не могу понять. Твою мать. Какого хера? Так, бегом, бегом, Бэтмен.
твою мать. Так, где-то он упал, я его не вижу. Контрудар. Контрудар, я так понял, не получился. Давай, 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 Бэтс, Бэтс, твою мать. Я ж тебе что? Чарли Шин, что ли, твою мать? Бэтмен, ни за что. Мир подчинится нам, мы очистим его от человеческой мерзости. Лишь мы способны на это. Мой отец стар, его время ушло. Наше лишь наступает. Возьми его клинок, убей его. Прими свою судьбу, Бэтс. Прими нашу судьбу. Талия, ты знаешь, что я не могу. Тогда, любимый, ты умрешь. Твою мать. И что дальше? Так, это был, конечно, эпический фейл. Такую жопу, да, Бэтмена можно поставить? Так, надо этих сахарных человечков развалять. Довольно проблемно сделать. Контрудар, быстро, быстро, быстро нажимаем. Контрудар. К сожалению, узнать, кто из них является настоящим Рассел Гулом, у нас не получится, но зато очки прокачаем и с толком. Так. Так, остался последний, давайте добьем его. Да, это оказался наш человек. Так, ну что, что на этот раз-то будет? Твою мать. Так, ну тут мы знаем, надо быстро электроснарядом. Ай. Ай, больно. Быстро, быстро, быстро. Да, довольно проблемно стало. Давайте быстро побежим. Быстро, 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 Бэтс. Давай, давай, дорогой мой. Быстро нажимайте, как только можете, со всей силы нажимать по правой кнопке. Добивание. Давайте добьем. Очень эпично выглядит. Мне очень нравится. Не знаю, как вам, но я просто тащусь от этих схваток всех. Конечно, не любитель слэшеры, но они здесь делали довольно интересно. Что ты делаешь? Слушай меня, детектив. Слушай внимательно. Ты убьешь меня и станешь главой Лиги Убийц, потому что в противном случае я буду вынужден убить единственного человека, которого ты любил. Это не входило в наши планы. Твою мать. Бета-ранг. Управляемый. Обратный бета-ранг. Предварительно запрограммированный обратный бета-ранг позволяет поразить врага сзади, ошеломив и дезориентировав его. Продолжить нажмите Enter. Удерживайте, чтобы выбрать цель. Что, давайте посмотрим. Охренеть. Ну это супер замечательно выглядит. Ну что, Росомаха, прошли твои года. Так, образец крови мы взяли. Детектив, тебе нужно было убить меня. Да, нужно было. Что за человек способен пожертвовать собственной дочерью? А ты солгал мне. Я думала, ты любишь меня, Брюс. Я думала, ты готов присоединиться к нашему походу. Талия, не надо. Вы двое друг друга заслуживаете. Ты выглядишь старым, Пак. Что происходит на самом деле? Я слишком много раз использовал источник воскрешения. Я прожил 600 лет. Мое тело и разум больше не выдержат. Каждый раз, погружаясь в источник, я боюсь того, что это не закончится никогда.
Источник испортил твой разум, подумай об этом. Если источник попадет не в те руки, ты лишишься силы и не сможешь прерывать века ужаса, что за этим последует. Это шанс на искупление, раз. Останови свой поход, или я вернусь за тобой. Ну что, друзья, было очень интересно, такая эпичная битва. Давайте продолжим уже в следующий раз. Меня зовут Олег, подписывайтесь на мой канал, заходите в группу ВКонтакте. Будет очень весело, пока-пока.